Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Дэн, Курикс и Тучка, Госдума, Легенд, Гусенек, Флайнг, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем понравился ролик, когда мы выживали от Соника с порталами. Сегодня у нас три портала, которые ведут в разные части карты, но все они основаны, чтобы появляться возле вышки. У нас есть Соник, который будет охранять оружие, ну, так как у нас будет три портала, ему будет очень сложно. Соник, ты готов? Пацаны, вы готовы? Да. Погнали! Да. Так, давайте сначала тпхнемся в красный. Куда он ведет? Вот так, это возле вышки. Сейчас мы проверим все порталы. Это синий. Это за вышкой. А есть портал желтый, который в вышке прям появился. Ты нормальный? Ха-ха, я только появился! Что ты делаешь? Ты что, неадекватный, что ли? Сейчас наша цель обмануть Соника и каким-то образом взять оружие, которое находится на вышке. Пацаны, у нас получится? Да, наверное, да. Я тоже так думаю, что получится, поэтому надо делать очень аккуратно. Так, по старой схеме он стоит и защищает вход. В желтый портал не входите, ни в коем случае. Нельзя. А чё? Запрещаю. Он там стоит, прямо на нем. Так я стою, и вот он возле портала стоит. А, ну да. Блин, он головы рвет пацанам только так. Там опять куча, да, овощей уже внизу валяется. Ну, кидаю овощи. Так, давайте брать кулаки и будем его лупашить. Пацаны, готовы? Бейте! Портал, сзади можно было резко появиться. Есть, молодец! А теперь быстренько беги. Есть, наконец-то, оружие наше. Пацаны, вы готовы его мочить? У Соника в первом раунде всего 2000 жизней. Мы должны каким-то образом сейчас его быстро вынести. Во втором раунде у нас будет портал находиться прямо возле оружия, и у Соника будет 5000 хп. Пацаны, вы готовы? Вот он, мочите его. Он через портал тоже может проходить. А вот он хитрый какой стоит. Мочи. Надо взять базуку. Где базука? Вот. Отлично. Пацаны, только не мочите меня сильно, хорошо? Я его не вижу. Я вижу взрывы, которые через портал проходят. Да. Это что, штуковины могут проходить через портал? Это круто. А если я базукой стрельну? Базука пролетает туда. Вон я вижу взрывы. Мы теперь можем вот так стрелять, и он не сможет пройти никак. Ну-ка смотрим. Ого, там взрывы. Так, пацаны, я, наверное, туда тпхаюсь и буду его мочить. Давайте. Только там возле есть. Много. Ничего страшного. Мы выживем, пацаны, первый раунд должны затащить. Так, сколько у него жизней? У него уже... Сколько? А я не знаю, где он? Он стал невидимый. Пацаны, будьте осторожны. Наверное, лучше пройти через портал, потому что сейчас он меня замочит. Быстрее. Отлично. Пацаны, где он? Внимательно чекайте. Он может резко появиться где-то. Надо брать пулеметы. Пулеметы более лучше лупашат, и при этом мы других не сможем убивать. А где он? Я его вижу. Строчим. Вон я вижу. 900 жизней у него, пацаны. Вот это мы сделали атаку на него. Смотрите, сколько летит патронов, снарядов. Все в ту сторону. Он живым не выйдет. Так, мне кажется, он в портал зашел. Что-то у меня такая чуечка есть. Пока мы здесь отвлекаемся, он сейчас в портале уже. Блин, где он? Вот это там пятен черных по всей карте уже. Я знаю, надо лучше спрыгнуть. Так. Отлично. Он здесь! Он убил меня! Я знал, что надо так сделать! Ой, он. Отлично, пацаны, где моя базука? Вот, я его вижу, пацаны! Отлично, мы его сейчас вынесем! Давай, не останавливайтесь, пацаны! Я его тоже не вижу. О, он в портал зашел. Да, там портал. А мы его не замочили? Нет. Он стал невидимый. Готовьтесь. Он сейчас может к вам наверх туда зайти. Так, надо отойти подальше. Он может ко мне сюда спрыгнуть и замочить меня. Поэтому мы уходим. Отступаем понемножечку. Соник, ты где? Он в портал. Давай. А когда в невидимость, у него жизни не пополняются? Нет. Не знаю. Это очень хорошо. Так, давайте пройдем сюда на всякий случай. Я прям чувствую, что он хочет меня замочить. Я знал, что он здесь, пацаны! Он меня убил! А, где? Головешка! Где? Да, есть, гусанек, красава! Конечно, пришлось пожертвовать собой, но мы это сделали. Ребята, сейчас будет раунд второй. Вот портал, который будет вести сразу к оружию. Сонику придется защищать его максимально сильно. Ты сможешь? Ты умный, Соник, я вижу. Ну, готовься. Сейчас мы тебя будем растирать в порошок.
Раунд номер два начался, пацаны. Давайте, погнали. Ух, как он ярко светит. Ой, блин, тут. Давайте сейчас посмотрим, не сильно там пацаны сливаются. О, уже оружку взяли. Ладно, пацаны, я к вам присоединяюсь. Бейте его, пожалуйста, взять оружие. Надо валить. Все. Есть, я успел взять оружку. Спрыгивает вниз, пацаны, мочите. У Соника 5000 хп, мы должны сейчас максимально его вынести. Он зашел в портал. 4 портала, ребята, если вам понравится этот ролик, можете написать «Мы хотим», и мы сделаем ролик, где будет 10 порталов. Ты ненормальный, что ли? Пацаны, он мочит на бортике меня. Готовьтесь. Где? Вот я его вижу, в невидимости его видно. Я попал. Молодчик, молодчик. Так, ядро, осторожно. Пацаны, сейчас мы сделаем по красоте, он не сможет меня замочить, потому что он не увидит, где я нахожусь. Блин, опасно, я прям чувствую, как он сзади бежит. Я его слышу, он появился! Тихо, тихо, тихо! Есть, я зашкерился. Вот отлично, он, пацаны! Он возле меня прям? А, вы меня не видите тоже. Вот, вижу, вижу. Так. Блин, надо вырываться с этой ловушки. Я прям чувствую, как он сзади меня... И он, кстати, воняет каким-то говном. Блин, пацаны, это я, ну не бейте меня, ну не стреляйте, это я бегу, я ж не Соник. Да пацаны. Ой, я знаю, что я сделаю, чпоньк. И мы сейчас зайдем в розовый портал. Во, мое оружие, мое сокровище. Вижу его. Так, достаем корабельную пушку, погнали. Я надеюсь, что она его заденет в любом случае, потому что у него радиус взрыва ядра очень большой. Ядра на пол экрана. Вот это сильно. Лупим, лупим его, пацаны. Нет, 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 меня не надо. Вы его видите? Нет. Я его где-то видел, где-то там вот вроде ходит. А ну-ка. Он стал невидимый. Он сейчас может появиться здесь. Вот это мощные узишки. 1000 лет мы не использовали это мощное оружие. Он хитрый, он где-то прячется возле нас. Вот это оружие здесь нафигачил. Лучше спрыгну сюда. Я чувствую, что он сейчас появится там вверху и пацанов замочит. Вы заметили, что в этой серии он не может нас сильно мочить? Ловите Соника, полетел. Где? А, блин! Ну ё-моё, пацаны на бортике! Я вижу. Вот это снаряды полетели. Сзади. Где? Вот он. Узишки, ой, в путь. Гусанёк, молодец. Третий раунд. У Соника 10 тысяч жизней, один портал, который находится в скайбоксе, и будем падать на вышку. Обратного пути у нас не будет, только в одну сторону. При этом Соник может сразу внизу стоять и нас мочить. Кто не сыт первый идти в логово Соника? Давай, 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 идите, идите. А, блин, не успел убежать. Отлично, пока у него будет анимация срабатывать, я оружие смогу украсть. Давай. Блин, нет, он хитрый жук. А, пацаны, голову оторвал. Ну, ё-моё, блин, а это прикольно. Видишь? Я пробую еще раз. А, быстрее, не прыгай! Есть, я успел, я успел! Пацаны, я такое сейчас взял, но такая оружка есть. А где он? Блин, он наверное за мной идет. Я чувствую, как он идет за мной. У меня что-то плохое предчувствие, пацаны. Не бойся. Где этот жук ходит? Слышь ты! Выходи! Да 100%, невидимка сколько у него? 20-30 секунд, да, длится? Наверное, да. Кстати, через невидимку можно прицелом его убить. Вот он! Он сзади тебя, я его видел. Я видел его там, вот никнейм было подсвечивался. А, он упал. Он упал, отлично. Упал? А, вон он бежит. Упал. Нет, у тебя не получится. Вон он. Отлично, отлично. Блин, там ядра летят в разные стороны. А, он меня схватил. Блин. Он смог мне бошку оторвать. Да как он это сделал? Что такой мощный очень? Наверное. Так, пробуем еще раз. Я не сдаюсь. Так, все оружие на планете хватаем. И валим. Да это очень опасно. Он псих какой-то. Пацаны, он на вышке сзади вас. Я пошутил. Это было круто. Вот он, вот он. Ого. А куда он делся? Вот он. Где? Он уже... Вот, вот я его вижу. Вот это, пацаны, вы сальтухи закрутили. Неплохо. У него 7 тысяч осталось. Ого, мы уже 3 тысячи вынесли. Так быстро. Блин!
Хотел сказать, что с одним порталом тяжело выживать, но в этом и есть смысл. Что было тяжело не только Сонику, еще и нам. Есть он на вышке вверху или нет? Нету. Отлично. Прыжок. Берем все оружие на планете. Так, ну всех он не успеет замочить и голову поотрывать, поэтому тут стоим. Правда говоришь. Где он? Где он? Я чем чувствую это звонище, запах вонищи. Ого, жизнь. Опа, у него уже 4200. У него очень мало жизни осталось. А может он сейчас с вышки выйдет? Так, подожди, а вон пацаны, вижу, падают. Как рождаются класс D. Это круто смотрится. Мне кажется, он сейчас с портала выпрыгнет. Да шары вылетают. Да то я стреляю в портал шарами. Я вижу, как они он фигачит. Стойте, не стреляйте. Я знаю, как его можно взорвать. Пацаны, готовьтесь. Давай, бегите. Его там не было. Его не было там, извиняюсь. Спасибо. Я его не подпущу к себе. А, это я специально делаю, чтобы он ко мне не подошел. А интересно, вы можете через невидимость мочить? Да. Так, все, ладно, не будем использовать, берем. На спауне? Так, не вижу. Так, 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 где же он ходит? Убил. Отлично, молодец. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Госдума, Плеймарк, Дэн, Кисьми, Угабуга, Итучка, Гусанек. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет, йоу. Всем плеймаркета. Сегодня у нас будет класснючий ролик, будем выживать в гигантском лабиринте и мочить Соника. Оружие находится на вышке, и Соник его защищает, поэтому мы должны добраться до вышки и каким-то образом заполучить оружие, чтобы убить Соника. Это первый раунд, и у Соника всего 5000 жизней. А в следующих раундах у нас появятся порталы, и у Соника будет 20000 хп. Поэтому смотрите ролик до конца, в конце будет жестко и весело. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Погнали! Кстати, должен кто-то пожертвовать собой для того, чтобы другие смогли взять оружие. Пацаны, вы сможете это сделать? Мы уже приближаемся к вышке. Так, пацаны, давайте делаем какой-то план действий. Как мы будем действовать? Как-нибудь. Не-не-не, не сюда, не сюда. Да. Я вот он. Забираюсь на вышку. Ой. Он уже, ты на вышке оружие взял? Красавчик, молодец. Блин, не сказал. Замочил, да, одного? Блин, это очень опасно. Так, как же его обмануть? Я буду начинать его мочить. Давай, давай. Бей его. Молодец, давай, ты его вынесешь. Так, Плеймарк, а ну отойди, я попробую тоже забежать. Ну, Санечек, только ты ж меня можешь убить. Где он? Он меня глушил. Так, шкеримся. Быстрее. Сидим. Он на меня. Быстрее ко мне, ребят. Мы бежим, мы бежим. Ну, Санечек, мы идем спасать тебя. А где он? Он же может невидимым вставать, вы помните этот прикол? Вот он. Так. Красавчик, Гусанёк, ты спрыгнул, да? Мочи его! Прикольно получается! Ого, аж осколки летят на меня! А, вот он! А сколько у него жизни? Ты у себя совсем мало вынес жизни, мы должны как-то забрать у него оружие. А, блин! Он оторвал мне голову, смотрите, я без головы лежу! Вот это жесть! Я его скинул быстрее. Так, а где он? Кстати, электрошок очень мощный, пацаны. Он там не пройдет. Через узкие места. Ну да, а он может резко стать видимым и убить меня? А! Блин! Нет, пацаны, ё-моё! Опять анимация! Ого! Резко лежу. Да тише, тише. А! Да отвали ты от меня, пацаны! Он за мной охотится! Мочите его! А где ты? Да вот он, смотрите! У него 1900 жизней, вы сможете его замочить. Опа! Он не может прыгать, как я. Вот весь прикол. А! Ого, блин, возле меня прыгает. Так, вот он. Надо бежать. Пацаны, молодцы. Хорошо мочите. Вот этот снаряды летят. А! Ай, блин, возле меня все. Осторожно, новые башмаки. Так, я его обманул для того, чтобы он меня не видел, где я бегаю. Отлично. Ого, валяются наши там тела. Блин. Только ж меня не мочите. Пацаны, дайте мне оружие какое-то взять. Я тоже хочу его понагибать. Вот теперь у нас есть мощь. Где этот челик? Все, ждите его. Он может стать резко видимым и уже быть при этом наверху. Блин. Во. Вот это моща. Так, где он? Вы видите?
По-моему, нет еще. Блин, он сейчас тут появится, пацаны, я прям чувствую. Правильно, вот это что? Кстати, хорошая идея вот этими пингвинами бросать. Да-да-да, он где-то там бегает. Вот это я там крышу и все. Что ты сделаешь там, голова? Вот это мы психи. И он 100 хп. О, кисьмиуга-буга, молодец. Первый раунд окончен, сейчас будет второй. Во втором раунде у нас будут теперь лежать более мощные оружия, даже мощная корабельная пушка и портал, который ведет нас сразу к пацанам. Давайте я покажу, как он работает. Чпоньк, и я уже здесь. Вы готовы? Да. Раунд номер два начался. А он там возле портала нас чекает? Ну ничего. О, я застрял. Есть, я прорвался, пацаны, отлично. Так, я бегу наверх. Я слышу его противный звук, вот он. Он одному из наших голову оторвал. Так, он идет. Осторожно, осторожно. Блин, какой он страшный. А ты, блин, я хотел спрыгнуть. Ай, головешка моя. Мы потом по телам сможем определить, сколько у нас там было. Пацаны, я сейчас жертвую с собой. Готовы? Нет, я пошутил. Нет, нет, пожалуйста. Ай, вот он, блин. Осторожно, осторожно. Он исчез, отлично, бегите. Блин. Ах ты, блин, ну смотрите, как ему голову отрывает. На. Пацаны, я сейчас делаю. О, пока анимация, надо прорываться. А, блин, ну нет, не надо. Ай-яй-яй. Так, слышь, это читерский стрелят на входе. Я тоже так хочу. Да, блин. О, отлично, молодцы. Отлично, пацаны. Все, бегите наверх. Ребята, получилось. Получилось. Бежим, бежим. Так, я тоже бегу, пацаны. Надо оружие, чтобы у всех появились. Давай, давай. Блин, там туловище валяется чье-то. Отлично. Там пушки мощные, которые отнимают где-то по 200-300 хп сразу. А, ну не по жопе ж мне. Так. Во, пулемет. Пушками давайте, пацаны, только на большое расстояние в притурку. Не стреляйте, мы умрем все. Не надо, не надо пушкой, пожалуйста. Так. А, он сзади меня, пацаны. Ого, вы его скинули, вот это было эпично. Вы скинули его? Да, 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 молодцы. Так, я прорываюсь. Я должен успеть. А, ну ты же липа. Ай, блин. Пацаны, у кого-то оружие есть? Нет. Да. Он пугает. Есть, один прорвался. Нет. Блин, не получилось. Как же его обмануть? Так. Он на месте стоит, там эта обманка, пацаны. Есть, один прорвался. Беги, быстрее, беги, беги, бери оружие. Где? Ну блин, я хотел его на понт взять, чтобы он отвлекся. Блин, он головы рвет нашим только так. Сколько уже тут туловищ валяется. Ха-ха-ха, красиво. Тихо, 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 мужик. Ой, прыгнул. Беги, беги. Есть, быстрее, быстрее, быстрее. А, блин, не дает нам никак пройти. Там кто-то побежал. Есть, оружие взял кто-то. Не щади его. Я умер. Блин, еще одному оторвал голову. Так, мы уже выше, пацаны. А через стекло нельзя оружие взять никак? Наверное, нет. Мы же высоко. Ну, одна же высоко. Ну, блин, голова ты пластиковая, не мешай. Я боюсь тебя. Ой-ой-ой, аж брызгает сюда все. Есть. Да блин, да нет. О, попытка хорошая, туда можно в принципе допрыгнуть. Короче, надо как-то брать оружие и сразу спрыгивать вниз. И мочить его с-под низу. Как мы возьмем, он же какой-то железный. Ну пацаны, давайте думать, тактику какую-то. Так. Ну он там стоит. Это он сейчас к нам подойдет. Ах ты блин, хитрый жук. Пацаны, это страшно. Блин, а. Да случайно. Так. А нет. Так, сейчас я пожар. Блин, да как нам это сделать? Слышь ты, а сколько у него жизни? А мы отняли у него нормально жизни. Эта пушка очень много отнимает. Все, пацаны, смотрите, что мы сейчас делаем. Я резко подхожу и делаю так, чтобы анимация сработала ниже. Смотрите. А ну, а ну. Что ты, жук? Ну прыгай. Блин, а че она не сработала так, как надо? Ну нет, мое туловище вниз улетело. Ого, же, сколько лежит внизу людей, это просто жесть. Давайте посмотрим, сколько. Там много, смотрите. Можно посчитать, сколько я ему уже голову поотрывал. Слышь ты, псих.
А где он? Да он там невидимый. Блин, слышь, ты читерила. Есть, молодец, бери оружие и спрыгивай. Давай. Отлично, отлично. Есть, пацаны, прорвались. Все, он мочит. Ах он ты. Мочит. Главное, что у одного есть, он теперь под низу может его мочить. Потихоньку отнимай оружие, это, жизни у него. О, ты еще взял мощную пушку. Все, пацаны, отходите, он его будет мочить. Не, не себя, ну что ты сделал? А я знал, что у нас очень мощная команда. Молодцы, пацаны, молодцы. Он мне выйти не дал. Я знаю, надо спрыгивать было вниз тебе. Так я не мог. Блин, как же ты прорвался там, а? Так, думаем. Вот тут очередь, как будто иди. Ну, так. И вот надо было сбоку. Блин, а как пропаркурить? А, видите, как он встал возле стекла, что пропаркурить нельзя было? А, и еще одному голову отрывает. Кидает, как тряпки нас. Ну нет. А! Я... Ну что это сейчас было? Что? Я как-то в текстуры залез во время анимации. Слышь, дай пройти! Слышь, так ничего. Есть, пацаны, давайте сзади, пробуйте! А нельзя там. Он не дает. А он не дает. 7700, блин, ну мы ему нормально вынесли. Пару косаря есть. Есть, гусанек, давай, молодец! Толкайте его! Да ну блин. А его можно толкать? Блин! Соник, ты можешь успокоиться? Нет. Да блин! Пацаны! Есть! Я взял пушку! А вот теперь ты! Слышишь, голова! Отходите все! Отходите! Дайте пушку! А где он? Дайте пушку взять! Взяли? Я к вам бегу. Все, пацаны, давай, заходи! Да тут трупейшн, вонючка. Мочим его. Вы его видите? Я тоже буду стоять бросать, пацаны. А во время невидимки он может урон получать или нет? Да. А это хорошо. Блин, 64 хп осталось. Он тут на вышке был. Я его скинул. Отлично, молодцы, пацаны. Мы лучшая команда. Да ну не я, ну мы. Алло, ну что? Да видите, что тут делается? Просто жесть. Остановитесь, не стреляйте. Да хорош. Да все нормально, пацаны. Я свой был наполовину. Он на вышке, он на вышке. Мочите его, мы должны его замочить. Он же на вышке, все. Все, он забрал вышку опять. А блин, оружие осталось у кого-то? У меня есть еще. Спрыгивай, беги, ну что ты делаешь, ты пожертвовал. Надо было оттуда сдалека мочить. Так, сколько у него жизни осталось? 6700, блин, мы всего 1000 вынесли. Дэн, давай, жертвуй с собой, я знаю, как его оттолкнуть. Давай я пожертвую. Давай. Готов? Да, раз, готов. Два, три. А как ты отталкиваешь его? Давай, проходи. Давай, толкай. Сейчас. Да блин, он давай, всем бошки рвет. А что со мной я приклеился? Смотрите, как вот эта анимация выглядит. Отлично, гусанёчек, ты молодец, ты догадался, как его откидывать. Кулаками, да, свепс, просто кулаки берешь и все. Да. Красава. Ну что, пацаны, теперь у него не осталось ни единого шанса, чтобы... Только все как трупы летят вниз, ну ё-моё. Отлично. 6000 жизней осталось, мы уже вынесли практически половину. Так, где я тоже беру это оружие, так. Вот, называется оружие Fists. Все, давайте, я готов. Нападаем на него. Давай, я пойду. Жертвуй. Давай, толкай. Хорош. Ах ты, какой прыжок. Неужели он этим прыжком сразу... Есть, гусанечек, молодец. Спрыгивай вниз. ХП. А ребята напишут в комментариях, кто лучше оказался, Соник или мы. Так, готовьтесь. Блин, он порвал ему. Надо оружие взять. Да ну ёкалэмэнэ, бейте. Давай я туловище уберу. Валите отсюда. Гурьба целая. И ходите. Пацаны, ловите, там туловища летят немножко. Так. Тоже оружие. Все, пацаны, берем оружие и спрыгиваем с вышки, будем сдалека его мочить. Отлично. А вот это хорошая тактика. Так, что я еще из оружия? Во, пулемет есть. Так, будьте внимательны. Кто его где-то увидит, сразу инфу давайте. А даже никнейм, да, не будет подсвечиваться, если он в невидимке? Он на спавне. Он на спавне? Спавне? А ну-ка, перевеличим. Да. Вижу. Да, вижу, вон он. Блин, стреляйте. Я попадаю чуть-чуть. Отличная тактика. Я надо обойти, чтобы его лучше видеть. Нет, надо он до вышки по-любому сейчас придет. А он может в порталы заходить или нет?
Да, да, он. Он может в портал зайти. Надо чекать портал, пацаны. Вот там, короче, возле портала, да. Вот он! Я его видел! По порталу все стреляйте! Стреляйте в портал! Он когда появится, мы его замочим. Вот он! Он зашел, пацаны, он идет к вам. Так, надо отсюда его мочить. Где он? Где? Я же знаю, что он сейчас поднимется. Пацаны, если что, спрыгивайте на бортик ко мне сюда. Я сразу к тебе. Интересно, он сможет к нам сюда допрыгнуть или нет? Нет. Так, где пушка не моя? Сможет. Вот он! А, вот он! Есть! 3000 хп. Ай-яй-яй, я что, сам себя убил? Блин, он что, живой еще? 2000 хп, у него 2500 хп. Пацаны, осталось немножко. Ну, это я Ой. Был. Это у нас... Главное играть в команде, правильно? Мы хорошо играем. Да, да, да. Так, я бегу. Ищите. Я его видел, он внизу, пацаны. Он внизу, да, был внизу тоже. Так, я бегу со всей силы, не успеет до меня добежать никак. Так, быстренько хватаем оружие. И на бортик. Ху-ху-ху-ху! Это было мощно. А где моя пушка? Пацаны, вы его видите? Пока нет. Ай, блин. Он на бортике, он на бортике. Ай, он за мной, пацаны, он за мной. Я это чувствую. Он спрыгнул с бортика. Там 1000 хп у него осталось. Я его должен убить. Я а, он меня убил. Он мне голову оторвал. Ах ты жопа. Ну давайте, пацаны, мы должны это сделать. Осталось немножко. Блин, он где? Блин, там уже трупейшины валяются в портале. Одна голова тут, ноги там, прикольно. Тихо, я иду, пацаны, я иду. Быстрее, дай пройти, дай пройти. Оружие взять надо срочно. Пушка, пушка, пушка. Ого, там шары летят. Мы пси! Ну, пацаны, ну это я был, ну и пучка. Быстрее, ускоряемся, пацаны. 79 хп, кто-нибудь, пожалуйста. Интересно, кто его выиграет? Кто будет лучшим игроком, кто его сможет замочить, пацаны? Кирилл. А где он? А где он? Он сейчас будет очень аккуратно играть. Слышь, ты шкировоз, ты где? Снизу. Так, я хожу... Вот он. Где он? Где? Где? Убил. Есть, кисмо... Кисма Убабуга, молодец! Ты один из худших игроков за сегодня, красавчик! Ребята, если вам понравилась такая рубрика, где мы делаем прикольные темы с порталами и оружиями, обязательно пиши «давай еще», и мы сделаем еще жестче и еще мощнее и более продуманно. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусенек, Госдума, Курикс, ОлТВ, Дэн и Тучка, Кисми Угабуга. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет Сони, который защищает оружие в маленьком лабиринте. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Погнали. Ну что, пацаны, кто не сыт? Давай ты. Он уже идет. Кстати, для того, чтобы к Сонику пройти, есть всего одно место. Видите, оно полосатым желтым отображается. По-другому вы никак не зайдете и не возьмете оружку. Но я хитрый, я спрыгну. Ну ты молодец, конечно. Отлично. А блин, оторвал голову. Внимательно, внимательно, пацаны. О, мимо, все, у нас есть время. Так, оружка, оружка, появляйся. Есть, есть, есть. А сколько у Соника жизни? 5000? Две тысячи. Это первый раунд. Во втором раунде будет 5000. Если до третьего раунда Соник выдержит, то будет у него 10. Так, я видел его тень. Обратите внимание, у нас Гарри Смот с тенями. Вы видели такое когда-то? Вон даже моя тень отображается. Мы сделали сегодня не Гарри Смот, а Unreal Engine 6. Эй! Дэн, ты чего? А он сзади меня был? Он где-то был тут. Он опять появился здесь. Лучите. Портал. Такс. Быстрее, быстрее, все ружку берем. И в портал и сваливаем, если что. Ого, мочилово. Поехала. Так, будьте внимательны, он может и пыхнуться к нам. А где он? Я не знаю. Я знаю, он хочет меня замочить. Я чувствую, я слышу этот запах неприятный. Да, по-любому. Да, он за мной гонится. Там тяжкое дыхание. Тихо, внимательно, не стреляй, чуть ноги мне не прострелил. Ты что, псих, что ли? Вот он. Молодец, смочи его. Бейте, я только что видел его. Так, здесь можно скрыться, кстати. Где он? Блин, я где-то не вижу его. Блин, где-то он бегает. Так, давай сюда. О, сюда пройти не... А, не, он сможет сюда пройти. Вот это они мочат. Блин, я прям чувствую, как он преследует меня. Не знаю, почему меня это ощущение не покидает.
Портал надо прыгать. Я его обману. Есть. И давайте в другой сразу. Сюда. Так где же он там? Я не вижу. Слышь, ты где? Выходи. Он боится походу нас. Походу понял, что у него мало хп и у этот прячется. Да. Давай выходи, да. Подлый трус. Есть. Где? Убил. Отлично. Первый раунд прошел очень быстро. Раунд номер два начался. Только у Соника 5000 жизней. Так, я спешить не буду. А я пьем. Подожду, пока они оружие возьмут. Я не взял. Есть, я тоже беру оружие, пацаны. Теперь он будет сейчас жестко на нас охотиться. Где он? Не знаю. Красного. А, блин, а я не взял все патроны. Не... Надо пулемет взять. Вот что я хочу. Он меня убил. А я его вижу. Ай ты, блин. Он шкерится, все. Значит, у него жизни тоже опять немного. Или он хочет побольше на раз замочить. Вы чем его убиваете так быстро? Ничем. Ну давайте третий раунд, делая ему 10 тысяч жизней. Короче, я использовал снайперку, и при полном зуме она отнимает 400 хп. Да ну это слишком жестко. Третий раунд начался. Сейчас будет еще жестче. Ну, зная наш пацанов, сейчас будет не жестче, сейчас будет еще быстрее. Да-да-да. Быстрее. Фух. Так, тебе надо мне заполучить оружие. Классно, что у него анимация долго срабатывает. В это время можем его мочить только так. Так, ждем, пока появится здесь пулемет, мой любимый. Стреляй! Да, блин, вот, есть. Во, УЗИшки, вообще это сильно. Я думаю, что он где-то сейчас тут появится. Не знаю, у меня такая чуечка. И где он? Вот он. Вот, я вижу его. А, ты куда? Я знал, что ты очень хороший, Соник. Он от тебя прыгнул, что ли? Мочим его. Давайте, я его задержал. Да ты задержал его своей смертью, это глупо смотрелось. Зря он пошел на поле. А он стал невидимый. Так, он здесь. О, пацану голову оторвал. Блин, он все-таки наших лупит хорошо. Так, ждем, сейчас будут подниматься. Вот он. На оружие. Так, сколько у него жизни? Не успел увидеть. Хорош. Замочили? Да. Третий раунд, но он будет сложный для нас. Мы сделали здесь перегородку. Теперь для того, чтобы нам зайти, надо пройти через это узкое место. Третий раунд начался. А я пойду сверху, посмотрю, как пацаны сейчас будут пытаться пробиться. Так, ну что, кто не боится? Ты, давай прыгай. Не-не-не, я сейчас пройду четко. Смотрите, 1, 2, 3. Ага. Давайте подсадки. Есть, блин. Ну, давай сбоку. Нет, не пускает, все-таки места мало. Есть, один проскользнул. Так, ну теперь один его сможет потихоньку выносить. Надо теперь как-то нам попытаться. Блин. О, молодец, выталкивай его. Ну, быстрей. Он прыгнул. Ну что, вы прорвали его оборону, не смог. Как бы он ни старался, не может так хорошо играть, как вы. Нет, он за мной бежит, парень. Так, надо взять свою любимую пулеметушку. Где она он здесь? Он за лабиринтом. Где он? Нет. Есть, он миниган мой. Вижу, он в горле красного портала был, он к вам бежит, парень. Так. Опа. Он сверху был или снизу? Вот он. Есть! Вижу, контакт. Нет, чувак, я перепрыгну, ты так не умеешь. Красиво мы его мочим. Надо его скинуть вниз. Блин, это жесть, как страшно. Так, вот он здесь. Идет. Он в портал зашел, он вверху, значит. Да. И его нету. Блин, где же он? Ого, ты брейк лобаешь, неплохо, гусанек. Смотри, как умеет. А ну давай. Красиво. Давите его числом. Так, мне надо в другой портал, в этот. А, блин, я прям к нему вышел, он хотел отойти. Пацан, он ты пыхнулся наверх. Что ты мне сделаешь? Нет. Ой-ой-ой, аж брызгает все. Не-не-не, дружище, это так не работает. Прыжок, есть. Прыжок, надо оружие брать срочно. Блин, он своим пузом уже рядом. Ай, блин, схватил. В этот раз я пойду в красный. Ой. Есть. А где он? А, он... Вот где он. Он за порталом, я не могу его побить. Вот это там выстрелы. Вы его видите? Он тут. Нет, он не. Где-то шкерится в лабиринте, пацаны. Где-то он бегает. Да? А, он прямо у порталов.
Как вверху? Или внизу? Так, один тут портал. Один здесь. Появился. Слышу этот звук. Где? Я тоже слышал. Так, и один портал вот. А, вот вижу. Вижу. Контакт есть. Он застрял, пацаны. Он в ловушке. Давайте, мочите его. Хорош. Отлично. Давай, Дэна, Гусанька. Ой, блин, перепутал. Четвертый раунд. У Соника 15 тысяч жизней. Пацаны, вы готовы? Да. Вперед. Погнали. Опа. Банда такая бежит. Он стоит. Так, пацаны, а теперь я буду рисковать собой. Дима, давай подсажу тебя. Ой-ой-ой, жестко мочит. Давай, уга-буга. Давай. Очень опасно. Ай-яй-яй, еще одному. Есть, по голове, красавчик. Блин, тебе надо было сразу заднего мочить. Что ты делаешь? Давай, выталкивай его. Блин, ты чуть по голове мне плеснул электричеством. Ой. Так, ждем оружку. Все, разбегаемся по карте. Он за лабиринтом сейчас. Так, это ты его мочишь? Вижу. Так, он идет. Все, мы его в свою будку загнали. А теперь просто стреляем, не выпускаем его. Пусть там сидит. А, он уже тут? Ой, ухо. Пропал. А, нет, вот он. О, вижу. Кто там им мочит? Насыпаем нормально, уже 10 тысяч хп осталось. Этот лабиринт очень сложный, он только для нас классный. У Соника только есть одно место, где можно подняться, других мест нету. Но он невидимку использует неправильно. Так, давайте гоним его, сейчас он тут будет проходить. Я уже знаю его методы, куда он уходит. Одно место для прохода. Ну давай, где ты? Где же он реально? Он невидимым стал. Пацаны, ждите, он сейчас где-то появится резко. Только чек. Да. Я знаю, что надо сделать. Где же он? Давайте тпхаемся все наверх, будем сверху мочить. О, давай. Да? Да. Если что, мы просто вниз прыгнем все. Где он? Меня бросили. Вижу. Где? Так я же сказал, иди к нам, там три портала, ты чего? Меня бросили. А электричество доходит до него? Да. А, я вижу, да. Нет, не доходит. Не, с высока нет, а если снизу доходит. Так, хочу попринимать участие. Ладно, иду в логово. Есть, скинули. Где-где-где, вот он бежит. Опять мы это сделали. Так, он сейчас тут в портал зайдет, ждем. Слышь, ты. Нет, он не успел в портал зайти, просто не вести. Так, я опять иду наверх. Отлично. Так, ждем, если что, резко надо спрыгивать. Мне кажется, он сзади меня появится. Такое у меня чуечка есть. Ого, ты круто. Вот я его тень видел. Где он? Гусанька убил. А, нет, свали. Вот он бежит. О, портал зашел. Ого, он прыгнул. Так, есть, пока он встанет, я его успею замочить. Я догоняю его. Есть. Ой, хорош. О, я... Ура. Спасибо. О, замочили? Да. Ой, это мы в Макдональдс приехали. Да, здесь работает наш Кент. Буга-буга. Первый день на кассе. Сказал, что у них очень вкусные хот-доги. И бургеры. Будем сейчас с тобой кушать. Так, надо перепарковаться. Так, машина закрыта. Ну что, пошли? Пошли. Блин, классный, да, Макдональдс? Да. Только открылся, такой. Новенький. О, я его вижу, он на кассе стоит. Привет, пацаны. Привет. Здорово. Ого, вы уже хот-догов наготовили, бургеров? Это ты нам приготовил? А что ты порекомендуешь скушать? Бургер или хот-дог? Я бы порекомендовал то и то. Ну, давай тогда я буду бургер. Ну-ка. Я хот-дог. Блин, а вкусно. А котлета какая? Смотрите, какая котлета толстенная и сыр бомбейский. Самая свежая. Бургер класс. Офигенно. Так, давай еще и хот-дог попробуем. Ого, он здоровый. Смотри, какая сосиска здоровенная. Ого. Пошли на второй этаж. Ого, здесь прикольно сделано. Просто классяк. А, кто смотри, это? Кто-то. Это Соник ну, стоит? Ну, похожий, только... Уга-буга. А, что такое? А что тут Соник ходит? Какой Соник? Вон на улице стоит, смотри. Так. Он идет.
Так, пацаны, бежим наверх. Быстрей. Что за чертовщина? Откуда тут Соник взялся? Еще выше, пацаны. Бежим, бежим, бежим. Так. Так, здесь куда можно пройти? О, давайте здесь запрячемся. Так. Он там. Ого, вот он. А, уга-буга. Он ему голову оторвал. Нет, нет, нет. Не трогай нас. Уга-буга, с тобой все нормально? Ха-ха, без головы лежит. Все нормально. Так, пошли. Тихонечко идем. О, там какая-то игровая есть. А где? Вот вон там, на третьем этаже. Пошли. Смотри. Гусонек, на тебя похож. Смотри, вот он стоит. Закрывай дверь, я буду держать дверь, он не откроет их. Что ты там сделаешь? Ты не сможешь открыть двери никак. Вот это он прикольный, он здоровенный такой. Он голову... Он пузом ударился о пол. Ты нормальный вообще? Все, он ушел. Мне напоминает это немножко с карты. А напишите в комментариях, какой игры и карты напоминает вот эта часть. Так, пацаны, где он? Я не вижу. О, вот он! Бассейн с шариками тут есть. Пацаны, он за мной. Быстрее, 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 быстрее. Ой-ой. Я буду его обманывать. Посмотрим, сможет он меня догнать? Нет! Все, оторвал мне бошку. Так. Сейчас я буду играть намного аккуратнее. Посмотрим, кого больше раз он в этом ролике замочит. Меня, Уго-Бугу или Гусанька. Напишите в комментариях, как вы думаете, кого больше всех он будет мочить. Все, пацаны, я буду сейчас так красиво шкериться. Блин, это я был, я хотел сказать, чувак со спины. Это был я. Так, я не понял, ты чё? А вот он опять. Да отвали ты от меня. Нет, 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 он за... Да как ты через ступеньки хват... Вот это я заныкался. Так, помоем руки. Он за тобой? Кажется. Его видел? Кажется, за мной был. Вот он! Тихо, тихо, тихо. Быстрее, беги! Да блин! Блин, да сколько можно? Ты что, ненормальный что ли? Как только я его увижу, я сразу буду спрыгивать вниз. Так, я прям на краюшку стою, отлично. Вот он внизу! Смотри, Уго-Буги опять голову отрывает. Эй, машину нам не поломай. Ты что, ненормальный что ли? Псих! Эй, где этот Сони ходит? Гусуня, готовься, если что, спрыгивай. Так, ты его видишь? Нет. Я его тоже не вижу. Слышь, ты где? А он невидимый, скорее всего. Блин, нет, блин. Ого, его зубы страшные. Не надо, пожалуйста, не надо. Так гусунька мочит, ты что меня мочишь постоянно? Так, надо какую-то тактику продумать. А как продумать, если он может невидимый вставать? О, ребят, давайте попробуем в мусорку залезть. Можно, интересно, или нет? Да ты запекал! Надо будет в следующий раз, когда у меня будет голову отрывать, я ему возьму, буду бить вот так рукой по башке. А гусенечек, он бежит. Блин, уже может через стену убивать. Надо бежать быстрее, 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 быстрее. Ты шо он быстрый? Так, я так понял, что в этой серии я буду жестко сливаться, но мне это нравится. Как? Ого, мое туловище валяется без головы. Ого, высоко, ребята, в VR это так стрёмно смотрится. Но ничего, я буду... прыгать и не побоюсь высоты большой. Да ты запекал, да сколько можно опять? Да так вот буду бить тебя по башке. А как так получилось, что я живой? Я не мог, а я раньше мог хватать. Гусанечек, я специально тебя отвлекал, чтобы ты слился. Блин, нет, он за мной. Он за... Ай, блин, опять схватил. Вот так вот буду бить. Вот это жестко у нас. Пришли в Макдональдс покушать, тут Соник неадекватный появился. Ты че, псих что ли? Я буду AR2 шары использовать. Да как ты через стену умеет? Вот это моща у меня, смотрите. В VR прям чувствуется, что у меня мощное оружие в руках. Блин, да как тебя замочить, ты неадекватный. Пацаны, надо ему сделать засаду. Я буду стрелять. Пусуняк, выходи. Если я тебя убью, случай... Да ты смотри, он уже здесь, он опять тебе голову оторвал. Блин, ну это жестко на самом деле. Я скажу, что в VR, когда он хватает меня, и вот так у него лицо очень близко, это стрёмно. Я думаю, что на этой карте можно найти нычку. Во! Ого, там пацаны кричат. Он меня не видит. Давай, я тебя жду.
А я обманул Соника, потому что я лучший игрок. Да ты, Соник, нам ничего сделать уже больше не можешь, потому что мы лучшие пацаны на планете. Хе-хей! А ты где, Дима, шкеришься? Я на самом верху. Чё-то не видно. А, я нашел место, где меня не увидите. Ладно, я шучу, я на улице в мусорке сижу. Да блин, да блин, я чё так буду глаза крутить? Он меня нашел. Я, короче, был на третьем этаже, в углу зашкерился. Вижу, 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 гонится, смотрите, вон там. Да не задорого. Он прям на входе, пацаны, чекает вас. Пока он мочит гусанька и ога-бога, следующий ролик по VR будем тестировать оружие, которое специально создано для VR. Там будут базуки, РПГ, гранаты, снайперки, ножи. Поэтому не пропустите новый ролик по VR. Это будет послезавтра. Записываем VR через день. И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, потому что мы выпускаем ролитосики каждый день. И залетайте в Discord, если хотите с нами пообщаться и попасть на ролик, когда мы записываем на восьмерых. И когда будешь смотреть ролик, ты офигеешь, какое место себе нашел, потому что я... Нормально вообще? А ты что, пролетел ко мне? Нет, я тут, я зашел через сзади, вон. Видишь, смотри, ты видишь, что там происходит? Блин, реально все видно. Ты понял? А он нас не видит при этом. Блин, он сейчас палит нас. Ты видишь, какое у меня оружие в руках мощное? Да. А вот это? Мне кажется, нас нашли. А! Блин, я так хорошо скерился, ребят. Я уже две нычки нашел бомбейских, которые можно выживать четко. Все, пацаны, давайте выходим на улицу, сейчас будем его мочить. Будем мстить за то, что нашу машину уничтожил. Вот он! Есть! Отнял шаром. Гусенечек, осторожно, шар летит! Блин, я предупредил. Блин, ну воевать! Блин, пацаны, я всех убиваю, и вас тоже. Есть! Давай, 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 наказывай, наказывай его! Ребята, мы должны Соника по-любому замочить. 100%! Он отсюда живым не выйдет. Так, пацаны, вы его видите? Да. Так, а я его не вижу. Где он зашкерил? Там? Там? Там. В мусор. Так, вот он, там. Блин, классно, что я прям вижу, как пули летят. Слышь, ты что там делаешь? Давайте, давай, давайте. Мы должны его вынести. Чтобы вы знали, ребята, у Соника 250 тысяч. Ну, у нас оружие, конечно, мощное. Ого, Гусунек, твои ядра, они просто, не знаю, с полдома. Где он? Так, надо бежать. В невидимости. Ой. Правильно я сделал. Так, я здесь стою. Нет, все-таки надо на поле бегать. Этот хитрый жук, он где-то ходит, пацаны, я чувствую. И он, где он? Там, вон на крыше, пацаны, на крыше. Я сейчас уверен, что он возле меня появится. Вот у меня такая чуечка, что он меня сейчас убьет. А! Блин, вот это прыжок. Сколько у него жизни, вы видите? 1300. Ого, это мы вынесли. Осторожно, гусенек. Так, он с этой стороны сейчас выйдет. Вначале нас мочил Соник, а теперь Соник от нас убегает. А вот он сзади, где мусор. Все, бегу, бегу со всей силой. С другой стороны, обманывается. Шар АР-2, шар АР-2. Есть. Есть. А теперь Гусунек посмотрит, у кого больше всех смертей. У тебя. Да я вам поддавался специально, пацаны. На тебе. Прикольно голову открутил. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, ОлТВ, Сергей Тайм, Курикс, Госдума, Плеймар, Гусанек, Космохимик. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет большой лабиринт с порталами. И оружие будет охранять у нас очень злой и сильный аниматроник. Ты готов нас мочить? В первом раунде у аниматроника будет 1500 жизней. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Выживать? Давай. Так, я иду в красный. Это сразу в вышке он приводит нас. Вот он. Тихо-тихо-тихо, блин. Так, надо я от него подальше держаться. Ничего себе, у него еще и скример есть. Так, я не сдаюсь. Но слишком много. А, это я понял, не тот портал зашел. Это для отступления. Вот. Ну что, пацаны, кто не боится? Слишком много. Блин, он не дает нам пройти, пацаны. Кто-то сейчас пойдите, умрите. Надо тактику какую-то, да, придумать? Давайте, Ефир. Давай, давай. Ну, так, да, блин, он может сразу всех мочить одновременно, что ли? Ой, блин, тут же миллион порталов сразу. Так, в этот. Да блин. Ну, никак нам не пройти, пацаны.
Блин. Он так резко атакует. Так, он что-то пошел вверх. А, он нас специально подпускает, а потом мочит. Это невозможно. Как с ним играть? Слышь, аниматроник, ты что такой злой? Все, он пускает, пацаны, идемте. Резко толпой забегаем, побежали. Не пущу, нет, не пущу. Да блин, так как можно одновременно 100 человек убивать? Я прошу. Спрыгивай. Так, побежали, быстрей. Есть. Взяли оружие? Один, да. Красавчик, теперь начинай его снизу мочить. И отступайся еще в порталы, беги. Так, только своих не мочи. Опа, он отошел, чтобы мы его не задамажили. Блин. Да ты смотри, ты что, можешь так нечестно? Так, давай, прочищай путь. Блин. Вот, это уже пошел процесс. Сейчас мы его замочим. Отойди. Теперь ему придется бегать за каждым, а это очень тяжело. Так, давайте, пацаны, 1500 хп. Я думаю, вы вынесете по-любому его. Блин. Да ты можешь отвалить. Да как? Я же уже был внизу. Такого злого аниматроника я еще никогда не видел. Ты неадекватный, что ли? Да дай пройти. Пацан, он прям стоит возле портала. Он наверху. Не дает пацанам оружие взять. Так уже у всех оружки есть, а у меня еще нет. Ну что за фигня? Вы мне ничего не ставите. И мне ничего не ставят. Надо ждать, пацаны, сейчас появится. Есть. Во, мои любимые УЗИшки, вот это сила. Все, пацаны, мы вышку заняли, это очень хорошо. Стоим на проходе, не даем ему пройти. Вы его видите? Он на спавне. Так, значит, он через телепортатор может сейчас резко появиться у нас тут. Ждите. Да. Все, убили. Если что, спрыгиваем. Убили, все уже. Раунд номер 2. Теперь у нас злой Бонни с гитарой, у которого 3000 хп. Но я добавил теперь мощнее оружие. Миниган, базуку. Он сам вверху. Он сам чекает самое такое место. Да блин, отвали от меня. Вот это он псих. Пацаны, это еще жестче аниматроник. А, кто-то уже оружие успел украсть? Молодцы. Я. Красавчик, давай потихоньку выноси его. А ты уже вынес ему жизни. Ладно, держись подальше, так как у тебя оружие. Убегай. Блин, не пускает никого. Да ты псих, дай пройти хоть чуть-чуть. Если что, в портал забегай, понял резко? Красиво ты выносишь его. Молодец. Бегите, бегите. Убегай. Так, вы его видите? Вот спускается, смотрите. Прыгайте. Отлично. Хорошо, что можно резко вот так раз и исчезнуть. Что? Хорошая попытка у меня сейчас будет. Миниган. Есть. Он на телепорте ждет. Возле красного? Да. Я буду стрелять в проход башни. Аккуратно, если кто-то будет проходить, говорите. Не даем ему выйти. Зажимаем его потихоньку. Он идет. А где он? Блин, он может резко ко мне спрыгнуть. Пацаны правильно сделали, что спрыгнули. Я его вижу. Надо быстрострельное оружие взять. Во. Он идет. Он внутри вышки, да, не хочет выходить. Ты адекватный вообще? Человек. Он портал защищает. Демон, миниган мощный. Так, Дима, осторожно. У него 1500. Потанцуем. Здесь. Он сейчас прыгнет сверху, я знаю его. Это тактика специальная. Портал, есть. Хороший. Я знал, что он придет сюда. А ты, блин, я сразу скрылся в другой. Так, если он желтый, значит он возле вышки появится. Нам надо в этот. Саня. Нам надо в красный. Саня. Его видите его? Да, он наверху. Он самом. Вижу, как он мочит. Ну уже все, мы его зажали, пацаны. Осталось немножко. Да блин, оружие мое! Ха-ха! Я вижу, как другие пацаны тоже вниз летят. Блин, это было мощно. Не рисковать. Погнали.
Поднимай, быстрее поднимайся. Так, оружка. Смотрите, идите, я прикрою. Он на спавне у этих телепортов. Идите, я прикрою. Вижу, бегает, пацаны, открывай огонь. Так, вон, да, мочат наши. Внизу нет. Ждите, он сейчас телепорт зайдет. Так, ожидайте, сейчас он будет. Я он в воде сидит. В воде? Да. Пацаны, прыгаем на бортик и с бортика мочим его. Сейчас мы ему сделаем райскую жизнь. Пока он выйдет, мы успеем ему очень большой дамаг нанести. Он на спавне? Видите его? Нет. На спавне нет. Так, слышь, выходи, аниматроник, ты под водой сидишь, мы знаем. Мы тебя зажали со всех сторон, все, давай. Нет, его нету. У аниматроника 5000 хп, это еще более жестче, который был в предыдущих раундах. Я добавил очень много разного оружия, теперь это все, что было в арсенале, лежит на крыше. Аниматроник, конечно, должен постараться, чтобы выжить в этом раунде. Ты готов продержаться хотя бы 5 минут? Красный, заходите все резко. А я зайду в желтый. Чтобы посмотреть, как пацаны будут там тащить. Ну, хитрый, понимаете? Ого, здесь сразу видно было, что-то жестко происходило. Есть, подскочил один, молодец. Беги, беги, оружие бери. Ого, как ты остался жив, это было сильно. Я думал, он тебя замочит. Он еще песенку поет. Да я слышу, радуется, что нас может убить. Плохая песня, да, у Фокси? Так, ближе подходим. Отступаем. Всех мочит. Он неадекватный какой-то вообще. Смотри, замочи каждого и песенки поет. Ты можешь успокоиться? Не сиди. Угомони. Дай пройти. Плохая идея. Так, я делаю прыжок. Один, два, три. Прыжок же сделал. Быстрее. Я прошел, я взял. Красава, спрыгивай вниз и мочи его отсюда, снизу. А мы будем пробиваться, пытаться. Есть, берите. Давай, 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 где ты с оружкой? Есть, жги его. Ты хорошее оружие, кстати, взял. Молодец. Так, спрыгиваем. Не толпите, не толпитесь. Портал. Блин, там так опасно находиться. Так, давай зайдем в этот. О, отлично, это самый безопасный портал, кстати. Жги, жги его. Аккуратнее. Так, блин, как же пройти оружку взять? Ну ты молодец, выноси его потихоньку в жизни. Повторите. Бегите. Беги, беги, быстрее спрыгивай. Пацаны, он очень быстро к вам приближается. Так, молодцы, да, уже молодцы, спрыгивайте. Так, теперь я бегу. Так, отойдите все. Блин, я думал, он спрыгнул вниз. Отлично, есть шанс. Там оружия много, я думаю, всем хватит. Да, меня убили. Да, ну, просто под прицел. Отлично. А вот теперь посмотрим, что он заговорит. Не, все, у него меньше половины. Блин, кажется, что он где-то рядом прям песню поет свою. О, прикольно, Гусанёк. Гусанёк, ну ты не исполняй так сильно. Да я так сделаю. Ого! Я вижу, как там в вышке просто творится какой-то хаос. У него 500 хп осталось, давайте. Ничего себе! А ты можешь ждать мне хоть один раз его замочить? Нет. Так, я его не вижу, кстати. Нет, стоп, назад! Все, мочи, мочи. Дин, давай, 200 хп. Отлично! Давай, застопорили. Добивай, добивай! Ай, блин, Гусанёк, из-за тебя слился. Неправда. Так, чуть-чуть осталось. Так, он опять в портал зашел, я тоже иду. На спавне? Да, на спавне, только что был. Не, слушай, он рядом. Да. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Дайте оружку тоже взять. Ай, ну зачем, ну Гусанёк? Что я тебе сделал? Ты мне посрача дал. Ну, я думал, я хотел другому дать, извини. Он в этом? В лабиринте был? Да, он все, пацаны, он отступает. Он понял, что у него выхода другого нету. Где мои модные узишки?
Наборчик сейчас будем мочить. Нет, лучше электрошок. Слышу. Он может, наверное, на спаун идти. Я его не вижу вообще, даже не представляю, где он может быть. Тихо. Я шаги слышал. Все. Молодец. Красавчики, пацаны. И в этой серии так ни разу не смог убить этого вонючего аниматроника. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ого. Всем пока-пока. Всем пока.